Конечно, стрим с контра. Не знаю пока, вообще ничего не знаю. А, про твои сообщения я читал. Я их прочитал. Просто я не знаю, что ответить. Я вообще не знаю, чем мембрана отличается от механических кнопок. Мне как бы пофиг на такие нюансы. Я только загуглил, увидел, что этот геймпад стоит 6000 рублей. Типа, в жизни не стану брать геймпад дороже. Ну, 3000. Возможно. Че, палец стоит быстро? И все играют на резинках, я буду тоже играть на резинках, иначе это... Ну, это читы получается, это... У меня несправедливое преимущество. Тоже чит. Я туда знаю, типа, вообще на спидранкоме не запрещено. Но я для себя не буду упрощать. Мне такое неинтересно. Мне чем сложнее, тем лучше.
О, глич. Сложнее, чем сидя, да у меня просто спина отвалится и все. А чем сложнее на современных? Многие играют на современных, кому-то наоборот легче. Я так хотел сделать, но не только не с убитыми, резинки нормально даже. Нерал говорит, правда, что на несовских падах они неубиваемые, поэтому... Наверное, можно было бы даже старый взять. Но я не знаю, где его взять, чтобы не платить кучу денег за доставку. Опять рандом не дает, да что с этим боссом? Бредятина, блин, хороший же пейс. Это Арч? Вроде да. Не знаю. Thank you.
сейвово в конце отыграл, ну ладно. Вот это пойдет. Блин, наверное, могло быть 41, но я что-то не хочу рисковать вот на этом последнем пауке этом. Можно легко сдохнуть. Да, могло быть 41, ну ладно, ладно, пойдет. Я уже немного... Ну, я, мне кажется, не только на нем потерял. Мне кажется, еще на первом мини-боссе я как-то немного медленно мешал, что все-таки уже... Тяжело, хотелось просто его отыграть, этот последний уровень. Он сам по себе-то не сложный. Две голды аж... Кстати, добил соп до саб 9.30. Ну, вот это точно дроп. Дальше улучшать уже... Так там 2,5 секунды, то есть там меньше 3 секунд до саб 9.40. Можно было бы саб 9.40 добить, конечно. Но что-то неохота. Лучше еще основную категорию поулучшать тогда уж. Спасибо за GG.